Эта часть планеты кажется менее опасной для наших детей. Отец как-то сказал, если долго кем-то притворяться, то однажды притворяться не придется. Мы стали слишком похожи на людей, чтобы оставаться хорошими родителями. Мы должны думать о будущем. Ты должен обрести свои идеи. Когда придет время, тебе должны поверить. Я приведу их к вере. Каждого лично, если потребуется. Не думаю, что есть тот, кто нас слышит. И тот, кто может все исправить. Когда мы расскажем им о том, что видели? Я защищаю своих детей. Я пророк. Ничто не может мне помешать. Чтобы стать любимыми детьми Соло, вам нужна только вера. И это единственное, чего этому роботу у нас не отнять. Любовь убьет всех нас. Сегодня нам будет очень весело.